В Северском районе крупный пожар охватил крышу коммерческого здания. Возгорание произошло 23 июня по улице Шоссейной в поселке Афипском. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные определили, что горит чердачное помещение в двухэтажном доме. По уточненным данным, здание является деревянным. На первом этаже расположены магазины и кафе, на втором – офисы сотрудников. В 13:40 пожар ликвидировали, погибших и пострадавших нет.